понял. Так, стоп. Карусель, карусель. Ой. Вы посмотрите на это. Что это там за месиво из проводов просто? Блин, ну слишком угарно. Это просто трешня какая-то. Тра-та-та-та-ра-та-та. Ой. А, так, тихо, тихо, Так, всем привет! С вами Майкл ТТ, это у нас снова Легов на VR. Вот. Разраб добавил главную комнату, то есть, ну, меню. Здесь пока нету переключателей, всяких кассеток. Вот, но зато... Что? Прожектор. Ну ладно, в общем, вот такие вот, вот так вот у нас, смотрите, здесь, короче, он добавил монитор, вон там, кстати, сцена стоит. Смотрите, это починка, Фредди, Бонни, и у нас два непонятных аниматроника еще каких-то остались, вот. Ну, соответственно, давайте начнем с первого. Итак. Мы заспавнились с вами. Так, давайте вообще осмотрим, что у нас тут. Так, я потом посмотрю на аниматроника. Это отдельная история. Так, здесь у нас лежат три глаза. Я что, глаз подвинул? Смотрите! Карусель, карусель! Ой. Ухо, шляпа. Значит, это медведь какой-то. Что у нас тут? Это что за бочка? Ё-моё. Так. Это, я так понял, контейнер для утилизации вещей. Здесь у нас чья-то нога. Кстати, смотрите, нога стала больше гораздо. И там чья-то челюсть. Так, ладно, давайте смотреть. Так, нога, нога, вот. Тело, башка. О, господи. Ты кто? Ты кто? Я не понял. Так, стоп. Так, стоп, я не понял. Тут что, обнова? У него есть эндоскелет. Вы посмотрите просто на то, какой у него эндоскелет. Это ж капец, там что за месиво из проводов? Посмотрите просто, это шок. Так, ладно. Меня это начинает немножко... О! Рука, микрофон. А у него 5 пальцев, ребят, это... Ты гонишь. Медведь, ты гонишь. Нет, не. Ладно, сейчас посмотрим, подтверждаются ли мои... подтвердятся ли мои предположения. Ну что ж, давайте послушаем. Я снова приветствую тебя на твоей работе. И сегодня перед тобой Фредбер. Для того, чтобы его починить тебе просто нужно будет следовать моим указаниям. Для начала ты должен нажать красную кнопку на маске Фредбера. Так, стоп. Подождите, если это Фредбер... Мне еще кажется, подождите. Это что, пружинный фиксатор? Ладно, мы посмотрим это потом. Вот кнопка. Хорошая работа.
Теперь аккуратно сними бабочку и убери ее в контейнер для утилизации ненужных и поломанных вещей. А тут нога как бы хенд-юнит. Ладно. Так. Хорошая работа. Теперь нажми кнопку, которая была под бабочкой. Хорошая работа. Теперь сними брюшную панель и нажми две кнопки, расположенные внутри. Они должны быть одинакового цвета. Да вот, блин, рука мешается. Хенд-юнит, можно я ее уберу? Так. О. Нет, я должна на это смотреть. А куда ее положить? Ладно, на стол пока положу. Вы посмотрите на это. Что это там за месиво из проводов просто? Это что? Господи. Да вы просто посмотрите на то... Разработчик, слушай, ты там чё? Ты с ума сошёл? Зачем такие модельки делать? Они ж теперь слишком чёткие. Так. Я хочу посмотреть внутрь Фреддера. Да блин, там реально месиво какое-то из проводов. Но у него есть эндоскелет. Две кнопки, говоришь, нажать? Раз. Два. Ой. Хорошая работа. Теперь положи брюшную панель на стол. Я ее уже положил. Ладно. Хорошая работа. Теперь подними лицевую панель Фреддера. Так, ребят. Шок-контент. И тут у нас... Да, блин, да это вообще какой-то трэш. Ну ты посмотри на это. Ну это, блин, это месиво из проводов. Чё тут вообще происходит? Я хз. Здесь такой трэш творится просто. Хорошая работа. Теперь поставь глаз на нужное место в эндоскелете. Да вот этот глаз однозначно. Я уже ошибок с глазами, ребят, не делала. Как-то раз сделала ошибку с Фредди, потом... Так. Хорошая работа. Теперь установи нижнюю челюсть Фреддера на свое место. Ну, поставил, и чё? А она не ставится как бы. Хенд-юнит, ты дурак? Она не ставится. Ладно. Ну, допустим, как они сейчас прикрепим. Ну вот так. Хорошая работа. Теперь ты должен вставить зубы в верхнюю и нижнюю челюсть. Они лежат в бочке. Ну блин, а зачем я тогда ее вставил? Чё за бред? Хенд-юнит. Ты там не сошел с ума случайно? Слушайте, ну моделька очень крутая стала. Так, и осталось верхнюю часть зуба поставить. Так. Кстати, строение самого аниматроника, оно немножко изменилось. Блин, ребят, шок-контент, просто чиним Фреддера. Вот напишите в комментариях, как вы думаете, какой будет последний аниматроник, четвертый? Это же просто шок-контент. Да блин, ну вот это просто вообще, это капец, ну ты посмотри на это. Это же месиво просто какое-то, я уже не помню, в который раз я это повторяю, но это реально трэш.
Хорошая работа. Теперь аккуратно вставь нижнюю челюсть на место и защелкни два пружинных фиксатора по бокам. Если одного не будет на месте, ты найдешь запасной на столе. Это реально пружинные фиксаторы? Ребят, я в шоке. Короче, ребята, мы с вами работаем с пружинными фиксаторами. Так, он не защелкивается. О, во, он защелкнулся. Так, основу, вот так выглядит пружинный фиксатор, ребят. Так, поставил. Хорошая работа. Теперь поставь на место брюшную панель Фредбера и затем поставь бабочку на место. Панель. Да блин. Вот, поставил. Бабочка. Да где бабочка? Вот она. Бабочку потерял. Вот. Хорошая работа. Теперь поставь ухо на место. После чего поставь шляпу наверх головы Фредбера. Так, ладно. А, стоп, ладно. Ухо так ухо. Я не против. Да блин, ее еще и держать надо. Так, сейчас. Опа. Поставил. Шляпа. Отличная работа. Теперь поставь ногу на место, после чего ты можешь прикрепить руку. Нога. Чё тут с ногой не так? Или мне кажется? Сиди ровно, не двигайся. Хорошая работа. Теперь ты можешь вставить микрофон в руку, после чего опустить маску. Микрофон. Смотрите, я Фредди. Я Фредбер. На, в рожу. На. Блин, только сейчас заметил. Ты посмотри, вы посмотрите, какой у него упоротый какой у него упоротый эндоскелет. Это просто... Я угораю. Так, подожди. А ничего, если я... А можно я сделаю... Посмотри на это. По сравнению с телом, это вообще какой-то трэш. Просто ты посмотри на это. А, я не могу. Блин, он слишком угарный. Это просто трэшня какая-то. Тра-та-та-та-ра-та-та. Ой. А, так, тихо, тихо, что тебе нужно? Маску одеть. На, спокойно, спокойно, только не убивай. Фух, господи. Так, ладно, давайте больше не будем шутить, а то еще скримаков нам тут не хватает. Так, микрофон где? Вот. Напой. Ля-ля-ля-ля-ля. Смотри, на, ой. Я Фредбер. Привет, Фредбер. Привет, мой собрат. Ля-ля-ля, такой вот я непонятный какой-то. Аниматроник секретный. Я пою для вот тебя.
И сейчас поставлю микрофон. Да подожди. Блин, я забыл руку поставить. Опа. Отлично. А, ну опустить, конечно. Опустить эту маску. Конечно, как же без этого? Слушай, Фредбер, ты какой-то стрёмный, я не знаю. Ты какой-то упоротый немного. Ладно. Хорошая работа. Теперь нажми большую черную кнопку в центре лица Фредбера. А теперь сейчас проверим, ребят, тихо. Тихо. Раз, два, три. Да ты гонишь. У него нос пищит. Нос пищит. Не, ну вот там, конечно, такой трэш творится. Ты посмотри просто на это. Что там происходит? Я в шоке. Отличная работа. На этом все твои задания в комнате запчасти и сервис завершены. Хорошей ночи. Пошел вон, я тебя починил. Так. Фух. Господи, это жестко было, ребят. В общем, мы с вами прошли секретного какого-то аниматроника, в данном случае Фредбера. Я не знаю, почему-то вот игра не обновилась, но мне кажется, просто еще не загрузилась немного. В общем, слушайте, четко, мне понравилось. В общем, пишите в комментариях, кто, по-вашему, будет следующий. Вот. Как видите, сделал тут такое обновление. Я об этом уже говорил. В общем, обновил немножко разраб. Тут теперь вот у нас есть комната. Я не знаю, где глич-трап, его нет. Мы уже как бы прошли 3 уровня, глич-трап еще не появился. Я не знаю, может, у этой игры отдельный сюжет, не такой, как в обычном FNAF VR. Вот, ну, в общем, будем смотреть, будем следить за всем происходящим, за новостями игры. И если что-то новое добавить, я тут же сниму ролик, выложу. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем... ребят, я тут, как вы поняли, наверное, уже немножко приболел, поэтому ролики будут реже выходить. Вот, ну ладно, не столь важно. Посмотрели вы сегодня, поугарали. Вот, всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч. Пока.